Нигде не нашел разборку самих наушников от Xiaomi. AirDots 2, то есть сам бокс, у нас довольно много видео в интернете, где его разбирают. Это разбирается довольно просто. С краю поддевается либо отверткой, либо какой-нибудь пластиковой штучкой. И все у нас это вытаскивает. Там все потроха сразу будут видны. То есть это довольно легко, просто. Это нас уже не интересует. Меня заинтересовало, что же у нас находится внутри самого наушника. Потому что видео по разборке его нигде не было. Давайте я расскажу, как его можно разобрать. То есть у нас все части, они идут на клею. Верхняя часть вклеена, нижняя часть вклеена. И вот эта вот часть, которая у нас входит в ухо, она тоже приклеена. Если вам не жалко, то вы можете, конечно, просто отвертку вставить в щель и разламывать аккуратненько. И у вас все это откроется. Далее, верхняя часть тоже можно поддеть отверткой сбоку и вытащить вот эту вот заглушечку. С нижней частью точно так же поддеваете и вытаскиваете. Только аккуратно здесь у нас идут микрофоны, поэтому и сюда идут шлейфы. Микрофоны приклеены именно вот к этим плашкам. Ну, давайте посмотрим уже разобранный наушник. Корпус. Вот это у нас деталь верхняя. К ней была приклеена вот эта вот часть. Микрофон верхний. Это у нас нижняя часть. Здесь у нас идет микрофон и контактная группа для зарядки. Вот она. Здесь у нас спрятался динамик и датчик приближения. Вот динамик. Внутрь этого пластикового элемента был вставлен вот этот вот пластиковый элемент. И вот здесь крепился у нас датчик приближения. Эта деталь у нас крепилась между двумя вот этими платами, чтобы они не замкнули. И был магнитик для того, чтобы можно было устанавливать наушники в кейс, чтобы они там хорошо держались. Давайте уберем пластик. Посмотрим основные элементы самих внутренностей. Шлейф от динамика идет. Здесь небольшая плата. Этот шлейф у нас подсоединяется вот сюда. Сделано все довольно грамотно. Элементы, конечно, очень мелкие. И еще забыл сказать, что вот эта вот часть, она была залита герметиком. То есть, когда вы снимаете вот эту пластиковую деталь, то вы можете иметь доступ только к самому динамику. Вот все, что дальше к плате идет, оно у нас закрыто герметиком. Вот этот герметик еще у нас остался беленький. То есть теоретически они защищены от влаги. Если, конечно, их топить, то они у нас испортятся, но от влаги они защищены, в принципе, неплохо. Ну вот основная часть, две платы. Здесь у нас стоит довольно большая микросхема.
BES. Тоже плата сделана довольно хорошо. Вот надписи, кому интересно. Аккумулятор. Этот контакт был припаян вот сюда. Есть маркировка на самом аккумуляторе. 30 мАч, 3,8 вольта. Ну вот и все, что было в этом наушнике. Сделано довольно хорошо, но абсолютно не ремонтопригодное. То есть это я не просто со злобы все разломил, а по-другому разобрать его было нельзя. Максимум можно снять вот эту деталь аккуратненько. Все остальное аккуратно снять у вас не получится. Тем более, если вы захотите заменить аккумулятор, вам все равно придется снимать все эти элементы, а их снять, ну, это... 99% всех людей не смогут. Это нужно очень долго, аккуратно отковыривать герметик. Крышечки аккуратно снимать, но вы их аккуратно не снимете, вы их все равно повредите. То есть товарный вид у наушников все равно будет испорчен.